Владимир Ландсберг тоже. Одичавшая к апрелю кромка галечного пляжа после шторма представляет несомненный интерес для мечтающих случайно забредающих и даже совершенно исключающих наличие чудес. Если б мог я обернуться юным техником пытливым, я, попав на этот берег, позабыл бы дома родной и неспешно ковырялся от прилива до прилива в судовой аппаратуре мне неспосланной волной. Или стал бы я, положу, молодым натуралистом, час проползав на коленях, нахватал бы дополна всякой нечисти чешуйчатой, пупырчатой и слизкой, всякой мелочи пузатой, что подарит мне волна. Но, являясь непричастным к чуду перевоплощения, натянуть штаны попроще, вот и все, что я могу. Так что это не имеет ни малейшего значения. Мне б заветную бутылку отыскать на берегу. Поздно за полночь на кухне оценю свою удачу из-под тины и ракушек, из-под слоя сургуча извлеку я и по капле понадежней перепрячу то, что губит без лукавого и лечит без врача. А когда уже под утро в завершении ритуала стекла тару над стаканом, напоследок я встряхну. Тут выпадет записка, что вчера ты мне послала, выбрав средством для доставки набежавшую волну. Говорится в той записке, что за завтра хлеба хватит, что должна стоять кастрюля час на медленном огне, что неплохо было б чада в школу вовремя спровадить, что не все еще угасли чувства нежные ко мне. Вот и все, и только берег спит до будущего шторма, мегатонны всякой дряни разметав во все края прагматизма содержания, романтическая форма. Где-то там, на дальнем плане, две фигурки. Ты